колготки трещат при тормозе. Мне муж сказал колготки поменять. Я вот, правда, не понимаю, как они связаны. Но в прошлый раз я в них была, когда тормозила. Но они плохо тормозят. 100 рублей, тот и тот, да? Получается, это позавчера я ездила, и у меня плохо тормозила машина вот в них. Он мне сказал, другие возьми. И я мужу еще говорю, это мне что, прям колготки надо брать, ехать с колготками? Он говорит, ну а как? Одежь. Колготки, да. Колодки. Тормозные колодки. Простите, пожалуйста. Он приедет сюда, поменяет. Ладно, спасибо большое. У меня было желание достать телефон, но, блядь... Я хотел уже на это сделать, это пиздец. На 20 лет я работаю, сука, я такого еще не видел. Ты 40 или 80, да? Блядь. Ну, короче, я думаю, что, блядь, чуваку будет пиздец.